Ильхам Алиев обратился к армянам. «Что вам сделал азербайджанский народ? Он дал вам хлеб. Что вам сделал азербайджанский народ, что у вас столько ненависти в сердцах? Вы разрушаете города, изгоняете людей, разрушаете исторические памятники. Какие цели вы преследуете? Они считают, что эти зверства сотрутся с нашей памяти. 44 дня мы вели войну. Можно сказать, нанесли полное поражение Армении. Мы могли предпринять любой шаг, любой. Но я говорил, что мы не воюем против гражданского населения. Мы не сражаемся против истории. Мы не сражаемся против религиозных памятников. Хоть один их религиозный памятник разрушен? Нет. Потери среди людей там не очень большие, да и те произошли случайно. А посмотрите, что сделали они. Хаджилинский геноцид, разрушение наших мечетей, наших городов. Они совершили против нас культурный геноцид. Весь мир, их покровители, друзья должны это увидеть. Старающийся представить их, говоря их собственными словами, как цивилизованное пространство в окружении мусульман, и верящие в это иностранные покровители, раскройте глаза и посмотрите, что они натворили. Они дикари. Человек этого не сделает. Этому варварству должен быть и был положен конец. Кто-то должен был преподать им урок или нет? Бросают вызов всем своим соседям, выдвигают необоснованные претензии, территориальные притязания. Они хотят все присвоить. Они крадут нашу музыку. Откройте и посмотрите, автором большей части музыки, которую они представляют как свою, являются Узир Гаджибейли и другие наши композиторы. Они крадут нашу кухню, крадут кухню соседних народов, крадут исторические памятники, пытаются украсть церковь у других народов, у соседних народов, подчеркнул глава государства Ильхам Алиев.